Когда он взял камни, старцы в Иерусалиме увидели, что вместе с ними уходит и вся благодать святого города. Они просили его оставить часть камней. Веками шли паломники по каменистым тропам Палестины. Шли, преодолевая усталость и трудности пути. Что влекло их на эту землю? К концу XIX века из России сюда ежегодно прибывало до 10 тысяч паломников. На лошадях, на поезде, а чаще пешком добирались они до Одессы, а оттуда плыли в город Яффу. В XII веке по этой земле путешествовала княгиня Ефросинья Полоцкая, и там живот свой скончала. Погребли ее у этой колонны в монастыре святого Феодосия. А в 20-х годах прошлого века из России вывезли нетленное тело великой княгини Елизаветы Федоровны, чтобы исполнить ее желание быть похороненной в Иерусалиме. Прошли годы богоборчества. И в 1990 году сообщение «Пешком в Иерусалим». Этот трудный переход совершила московская журналистка Наталья Сухинина. По дороге она описывала свои впечатления в путевых заметках. Это где-то, наверное, какая-то генетическая потребность, как в людях живет. Может, и во мне тоже это сработало? Откуда я знаю, что такое для Иерусалима? Да ничего. Да. А туда потянуло, и вот... И я говорю, у меня вот юбка длинная такая была, это серая такая. И вот бабушки эти, они целовали эту юбку. Они говорили, Господи, она же в Святой Земле будет. И вот я ему это рассказываю, у него так прям вот слеза. Вот, прям так катится. По... В наши дни многое изменилось. Трудно сравнивать нынешних паломников с богомольцами прошлых веков. 4 часа, и мы в городе Яффа. Сюда прибывали корабли с паломниками из Одессы. Яркое мартовское солнце, теплый ветерок с моря. Неужели мы и вправду на святой земле? В Яффе был построен Ноев ковчег, и отсюда началось распространение христианства среди всех народов. Вблизи набережной – монастырь Архангела Михаила. Здесь богомольцы из России жили несколько дней. Говели, причащались и только после этого отправлялись по дорогам Святой Земли. По тем же дорогам и мы устремляемся к ее святым местам. Южная часть Палестины – безводная пустыня, среди которой воздвигнуты каменные крепости монастырей. Мы спускаемся в глубокое Кутилийское ущелье, промытое водами потока Хараф. В ветхозаветные времена в этих местах по повелению Божию скрывался пророк Илия. В V веке здесь был основан монастырь. В нем до глубокой старости подвязался преподобный Георгий Хазевит. Суровой была жизнь отшельников в пещерах. Пищу им подавали в корзинах, опускаемых из келья. Если корзина не опускалась, значит, отшельник предал свой дух Господу. Верхний храм находится в пещере, где скрывался пророк Илия. В прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. Oh,
в эти дикие безводные места пришел оплакивать свое бесчадие праведный Иоаким. И в пещере пророка Илии он получил извещение от ангела о рождении от него Пресвятой Богородицы. Многие паломники молятся здесь о даровании им чад. На территории этого монастыря каменная пещера, где провел свою жизнь, полную аскетических подвигов, Феодосий Великий. Здесь текла непрестанная молитва преподобного. Пост его был безмерен. 30 лет он скудно питался только финиками, сочевом и травами. Местом сна и отдыха ему служила эта каменная ложа. Светильник зеленей, сияя чудесы Феодосия, Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим. На этой горе Господь провел 40 дней, не вкушая никакой пищи. И тогда приступил к нему Искуситель. Кели монастыря буквально прилепились к отвесной скале. В одном из углублений построена небольшая церковь. По преданию, на этом каменном уступе сидел Иисус Христос, искушаемый сатаною. С балкона монастыря далеко видны пустынные равнины вокруг Иерихона, древнейшего города Палестины. Величает душа тебе, Господи. Говорят, что камешки, взятые на этой горе, помогают в перенесении искушений. Древние монастыри, как оазисы среди безжизненных пустынь Иудеи. Труден и опасен был пеший путь к этим святыням. Русские паломники прошлых веков перемещались по пустыне большими группами, караванами. Прошли века, но вокруг дороги те же безводные склоны холмов. «Время собирать камни» – это выражение появилось в Палестине. Из камней сооружали дома и храмы, в них хранили воду и вино. Но есть особые камни, хранящие память о евангельских событиях. Камень перед церковью в Горницком монастыре. Предание гласит, что стоя на этом камне, Иоанн Креститель произнес первую свою проповедь. В храме умножения хлебов и рыб в Тапхе под алтарем находится камень, на котором по преданию стоял Христос во время чудесного насыщения 5000 человек. Капернаум – белая синагога, где Господь исцелил Сухорукова. Как установили археологи, порог и камни в центре пола – времен жизни Спасителя. Белая синагога – единственная, что сохранилась в Капернауме. Вокруг только остатки фундаментов. Жители навсегда покинули это место. Как будто почерневшие камни несут груз пророченного Господом пророчества. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься». Рядом с Капернаумом гора Блаженств. Земля в этом месте красного цвета и называется Адама. Человек Адам – это точно такого же корня слова, потому что человек сделан из красной земли. На этой горе Господь дал нам новые заповеди, заповеди блаженств. Вот мы с вами можем здесь увидеть буквально живую евангельскую историю. Посмотрите, пожалуйста, вот, ну, что это напоминает?
явно это остаток некоего дома. Да? Посмотрите, вот проем окна, да? Вот угол, вот стены. Разрушилось, но дом все равно напоминает. Это обычная пастушечья пещера для укрытия скота и пастухов во время какой-то непогоды. Да? А что это такое? Это ясли. Это ясли, с которых кормили скот. Их множество по всей Святой Земле. Подобную же пещеру пришло святое семейство в ночь перед Рождеством. Евангельская история, она вот в этих камнях, что вся земля здесь святая, а купол неба, по сути, купол храма, и мы находимся с вами в храме Божьем, имя которому Святая Земля. Тапха, Капернаум, гора Блаженств – это все Галилея. Господь с учениками много раз проходил по ее зеленеющим полям и холмам. Голубиная книга, или правильнее «Глубинная» – это священное предание русского народа о сотворении мира. Та книга выпала из некой грозной тучи. Все буквы в ней цветами проросли, и в ней написано рукой судеб могучей «Вся правда сокровенная земли». Николай Заболоцкий. Судьбы человечества в ней связаны с событиями на Святой Земле, которую наш народ считал второй родиной. И в домах, и в крестьянских избах рядом с иконами висели изображения святых мест. Гора Преображения. И сделалось лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Здесь под сводами францисканской базилики сберегается камень, на котором Спаситель стоял во время Преображения. Елеонская гора. На территории русского монастыря древняя лестница. По этим ступеням Иисус Христос спускался перед своим входом в Иерусалим. У подножия горы большой камень. По преданию на нем молился Спаситель: «Да минует меня чаша сия». Над этим камнем возведен храм всех наций. Внутри него, за темно-синими стеклами, царит вечная Гефсиманская ночь. Рядом греческая церковь Успения Богоматери. Там, в глубокой пещере, освещаемой множеством лампад, каменная ложа, куда возложили тело Пресвятой Богородицы. В часовне Вознесения, как напоминание о чуде, хранится кусок скалы. В момент Вознесения Христа камень под его ногами размягчился и навеки сохранил отпечаток ступни Спасителя. Вся эта древняя земля оживотворяется рекой Иордан. От Ирмона до Мертвого моря несет она свои воды. Около местечка Вифавара крестился Господь наш Иисус Христос. И мы сподобились окунуться здесь в благодатные воды реки. Видели Бог вас, свидетель слова, что к тебе возлюблена быть от сына именуя. Давай, снимай нас, снимай. Глина целебная. Особенно много русских богомольцев прибывало сюда на праздник Богоявления.
такая благодать, я не ожидала даже, поскольку я первый раз на Святой Земле, и в душе, ну, это надо прочувствовать. И купаться, и быть в этих местах, все очень здорово. Поклоннички идут, херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую поют, херувимскую поют. В Иерусалим они идут. Тысячи богомольцев из России приезжали на Святую Землю благодаря помощи Императорского палестинского общества. В Иерусалиме и других местах были построены несколько подворий русской церкви, монастыри, странноприимные дома, столовые, школы, больницы, приобретены 26 земельных участков. Русская Палестина. Ни одна европейская страна не имела на Святой Земле ничего подобного. Местные торговцы изучали русский язык, а на улицах продавался русский квас. Гефсиманская ночь закончилась. Иисус связан и приведен в преторию. Здесь, в темнице, он ожидал приговора, а ноги его были забиты в каменные колодки. Пилат боится, он не хочет казнить этого непонятного иудея и отправляет Христа в Лефастратон, где Господь подвергается жестокому бичеванию. В храме гроба Господня сохраняется обломок камня, колонны бичевания. Если приложить ухо к плите, то можно услышать резкие удары бича. Забывается евангельское пророчество – камни возопьют. Пилат надеется, что вид окровавленного страдальца смягчит злобу иудеев. Все напрасно. «Распни его!» – кричит толпа. Римский прокуратор демонстративно умывает руки. В казематах крепости Господь подвергается новым мучениям. На полу разметка для игры в кости. Христа делают царем в жестокой игре. Одевают в багряницу и венчают терновым венцом. Приговор вынесен, и предстоит пройти крестный путь Виа Долороза. В подвале армянской церкви сохранилась мозаика с изображением двух женских стоп. По преданию, там стояла Богородица, провожая своего сына в последний путь. Здесь женщина по имени Вероника отерла своим платом пот у проходящего мимо страдальца. Но был человек, который помог изнемогающему Господу на его крестном пути – Симон Киренейский. А там однажды муж почтенный спокойно шел домой с полей,
И вдруг навстречу Бог согбенный с последней ношею своей. Позор и крест несет на гору, то падает, то вновь встает, и кровь из губ с дорожным сором за место влаги жадно пьет. И видит муж тот боль изгнанья, и руку протянул к кресту, и палачи за сострадание велели крест нести ему. И он понес, но на подъеме упал и встать уже не смог. Очнулся он при страшном громе, когда распятый умер Бог. Конец крестного пути. Здесь была крепостная стена, маленький проход, а справа от него находились судные врата. Если кто-нибудь встанет на пороге судных врат и скажет «невиновен», вся процессия пойдет обратно. Дело отправляется на пересмотр. Нужен только один протестующий голос – мужчины старше 30 лет. Вот этот порог, истертый тысячами ног, с выбоинами для закрывания ворот. Еще несколько шагов, и будет поздно. Нужен только один голос – восстановить правду. Невиновен. Нет. Шаг сделан. Предначертанное свершилось. Приложимся к этому камню, свидетелю людской неблагодарности и боязливости. Попросим у Господа отпустить нам и эти грехи. Храм гроба Господня. Внутри него скала, называемое лобное место. Здесь был пригвожден ко кресту Спаситель рода человеческого. Прикладываемся к месту, где был установлен крест. Под стеклом видно, как треснула скала. В момент смерти Спасителя солнце померкло, и камни сотряслись. Трещина идет вниз. Это видно под Голгофой в часовне Адама. Полагают, что под скалой была погребена глава первого человека, и кровь, пролитая Спасителем, омыла ее. В храме гроба Господня не покидает ощущение особого присутствия божественной благодати. Подобные ощущения испытываешь и в других местах Палестины. Не потому ли и стремится сюда душа всякого христианина? Там Христос проходил, и следочки наследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь да вода. Аллилуйя, аллилуйя. Текла кровь да вода. А он этою водой весь мир напоил. А своей честною кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. С
Среди всех святынь храма особое место занимает часовня над гробом Господним – Кувуклия. Каменная ложа, на котором лежало тело Иисуса, покрыта мраморной плитой. Именно сюда каждый год в православную Пасху по молитвам Иерусалимского патриарха сходит небесный благодатный огонь. Но однажды огонь на это место не сошел. В тот год православных не допустили в храм, и они стояли у закрытых дверей. Тогда мраморная колонна у входа с грохотом треснула. Из нее вышел огонь и зажег свечи у стоявшего рядом патриарха. Останавливала. Вы знаете, вот это случилось. И это случилось в Иерусалиме. Это случилось у гроба Господня. Если мы действительно, наше все общество не повернется лицом к церкви, если мы не поймем, что в основе вообще русского народа и русской культуры лежит церковь и лежит Библия, то нам грозит, как мамонтам, вымирание. Россия оставила нам в наследство уникальное явление – русскую Палестину. И мы должны ценить и сохранять это богатство. Как светильнички сейчас возвратятся домой и будут распространять этот свет в сердцах своих близких, а те, в свою очередь, дальше. И, может быть, произойдет такое чудо, что в России будет все по-настоящему хорошо и правильно. Кончился прощальный вечер. И мы должны возвращаться домой. Невольно завидуешь паломникам прошлых веков. С трудом добравшись сюда, они еще полгода, а то и год, ходили по каменистым дорогам, впитывая в себя благодать Святой Земли. А для нас паломничество уже становится воспоминанием. Иерусалим, светлая моя мечта, Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа, Иерусалим, Иерусалим. Мы прощаемся со Святой Землей, с ее пустынями и рощами, монастырями и храмами. А камни, собранные на земле Палестины, будут напоминать нам ее святые места.